Администрация муниципалитета постоянно работает над задачей ликвидации долгостроев. Заканчивать за недобросовестными застройщиками брошенные объекты непросто. Необходимы немалые средства и надежные строительные компании-партнеры с безупречной репутацией. В Горках Десятых маховик решения проблемы запущен. Глава района прошел по стройплощадке, оценил степень готовности одного из корпусов, побеседовал с руководством застройщика. Дома простояли уже 12 лет, поэтому один из вопросов – сохранность несущих конструкций. Вы же проводили все экспертизы, все стены несущие, смотрели фундамент, не дай бог здесь какие-то нарушения. Принципиальный момент – использование придомовой территории. И здесь необходимо прислушаться к пожеланиям местных жителей. Предложение озвучил глава успенского поселения Владимир Горяев. Понятно, архитекторы скажут свое слово, но для нас, для жителей, мы уже мониторили ситуацию, первично все-таки бассейн. У нас есть ледовая площадка, который готов ее привести в порядок. То, конечно, для жителей, пусть это будет коммерческий объект. Бассейн, спортивный зал, секция. Да, в первую очередь бассейн, потому что нет такой возможности. Ближайший бассейн – это 7 километров, и он находится на территории лечебно-оздоровительного пансионата, не совсем удобно. Поэтому для поселка, конечно, нужен бассейн. Сегодня готовность первого корпуса составляет уже практически 90%. Глава района отметил, что, несмотря на хороший темп, число рабочих на площадке необходимо все-таки увеличить, чтобы ни в коем случае не выбиться из достаточно жестких сроков. Один из корпусов в декабре должен быть введен в эксплуатацию, и два других корпуса ожидаем во втором квартале 2019 года. Пообщались со строителями, есть определенные замечания, есть пожелания, просьбы. Мы обязательно в ближайшее время встретимся с акционером компании и проговорим вопросы благоустройства и дополнительных парковочных мест и создания необходимой инфраструктуры вокруг жилого комплекса. Вокруг достраиваемых домов планируется создание детских и игровых площадок и организация более 200 парковочных мест.